Здравствуйте, друзья! Приветствую на канале Форслам. Сегодня будем делать подарок. Теща заказала, не моя теща, заказала подарок своему зятю. Скинула картинку. Захочет ему сделать необычный подарок на 23 февраля. Но, судя по картинке, как бы не обиделся, называется. Она сказала, что он у нас не обидчивый, шутки понимает. Вот сейчас вы видите, какой подарок теща хочет сделать своему зятю. Погнали! Забыл сказать, это кусок кедра, я его отколол от пня готового уже. Еще холодный с улицы. То есть сам материал будет кедр. Ну и поехали. Масло для кухонной принадлежности. И будем считать, что практически готово все.
Ну, такая получилась круженция для зятька из кедра. Глубина у нее почти 10 сантиметров, целый кусок. Ничего я пока в нее не наливал. Такого, может быть, не пахло другого. А так все маслом пропитано. Ну, прикол весь заключался, наверное, догадались, почему. Видите, форма какая кружки. Это поднос, как намордник, на морду одевается, как говорится. И когда зять будет пить, он будет выглядеть вот так. К себе прикладывать не буду. Надеюсь, заказчица будет довольна, и зять не будет в шоке от такой подарки, от такого подарка, вернее, от тещи. Я уже картинки сбросил, но они все там без ума. Ждут, когда же 23 февраля наступит, чтобы зять так вот такой пачкой порадовать. Если видео понравилось, не забудьте подписаться. А еще лучше, если еще поделитесь этим видео, друзья. Нажмите на колокольчик, и удачи вам всем.